Чекаємо, чекаємо. Сьогодні говоримо про іншу діяльність спортивну. Дуже цікаво. Вікторія, привіт. Отут значочок, натискай на нього. І пропоную зразу починати, щоб скоротити трошки часу, щоб ми... Бачить. Так, привіт, привіт, Вікуся. Сьогодні дві Віки в ефірі. Да. Класно. Это точно, это точно. Гарні квіти тебе позаду стоять. Спасибо большое, так, моїй спортсменки. Подарок. Клас. Да. Значить, нас на зв'язку хто не знає ще, да, хто заходить вперше в Запоріжжя. От, Вікуся, тренер. Ми познайомились у мене на тренуванні, Вікуся приїжджала в гості до подружки, і ми познайомилися. Так як я записую інтерв'ю з різними спортсменами і не тільки, да, цікаво мені взагалі спілкуватися з різними людьми, тому що основна моя діяльність – це там психологія, коучинг. От, а так як я можу і розкривати людину, і знайомитися з нею, в принципі, я зробила собі такий формат, що ми можемо в процесі інтерв'ю і познайомитися, і бути корисними людям. І, можливо, ті, хто живуть в Запоріжжі, вони трішки більше будуть знати про своїх і, можливо, якийсь вид спорту для себе розкриють трошки з іншої сторони. Тому що все ж таки обличчя спорту – це спортсмени, це тренери, які несуть якісь правила, принципи по життю. От, і вони переймають це від там наставників своїх. Да? От, і виходить, що ми передаємо це звіно з покоління в покоління. От, да? Ти в нас тренер молода. От, нещодавно, да, спортивної кар'єри у тебе от вона на плечах була, а тут ти вже тренер, да? Виходиш, да, ти ще не заморена від цієї всієї рутини, і в тебе свіжий погляд на це все бачення, і ти поки що сильна, і ти топиш на своєму, да, грубо кажучи. От, поки в тебе все виходить це робити, і дуже класно, коли ну, ти, типа, не, я кажу, без предательства робиш по честі, по совісті і передаєш цю любов до спорту. От, тому я пропоную, щоб ти розказала трошки про себе, як про особистість. От, але основа була більше на тому, як твоя діяльність, тому що більшу частину свого життя ти віддала цій справі, і вся твоя любов направлена туди. І через цю діяльність ти любов передаєш до діток, да? Ти з дітками працюєш. От, тому да, буде правильно, да, розказати, де ти народилася, як ти взагалі потрапила в цей вид спорту, що він тебе влюбив в себе, і як ти далі розвивалася. От, Геннадій у нас теж ходить на зарядки. Спасибо большое. Я занималась спортивной аэробикой с 5 лет. До этого меня родители пробовали отводить на спортивную гимнастику, где и заметил меня тренер по спортивной аэробике. В принципе, такой вид спорта в моем детстве достаточно неразвитый в городе Запорожье. И пригласила тренера, она тренировала одну меня на тот момент, около года. И потом начали подтягиваться дети также моего возраста. И протренировалась я с Валерией Николаевной в течение 3 лет. Все было классно, но у нас выступала, у нас есть категория дети до 11 лет. И все дети возрастов от 5 лет соревновались также с детьми 11 лет, 10, 9, вот это вот... Это в этом промежутке. И, конечно, надеяться на какое-то призовое место вообще не было возможности. И у меня первая медаль моя была в 8 лет. И, конечно, мой стимул, моя поддержка – это были мои родители. Мой папа – это просто это спорт-лайф, это катание на велосипеде все детство, это просто спортивный образ жизни. Мы ходили на стадион, мы ездили на кортицу, мы гуляли, я каталась, я умела играть в теннис, баскетбол, футбол, какие-то азы волейбола, постоянно везде, вот спортивный образ жизни у меня был просто с самого-самого детства, с 3 лет, мы уже на стадионе, уже какие-то зарядки, особенно зарядки, это вот, вот он меня приучал с самого-самого детства, и каждое утро учил, как правильно разминаться, техника упражнений, вот он на этом топил, и благодаря, наверное, своему детству, вот я благодаря своим родителям, я понимаю, что я вот сейчас, это я, это мой, это сейчас у меня есть режимность, вот за счет чего я
стараюсь и что стараюсь привить детям, это режим, это спортивный образ жизни, это питание, это правильное питание, это тренировки, это хорошее настроение, и это все через любовь к этому. Не через надо, не через заставляем, а через любовь. Вот, потом я, у меня поменялся тренер, нас передали, меня передали в нашу команду к другому тренеру, с которой я прозанималась еще 3 года, и уже в возрасте 12 лет перешла в новую команду, где тренировала заслуженный тренер Украины по спортивной аэробике. И она занималась, правда, она занималась сборной Украины, то есть дети 18+. Девочки, мальчики 18+. Уже жестко было. Да, а была еще тренер при этом, которая тренировала вот уже мой возраст. И она прям нашла, мне кажется, такой ко мне подход вот в этот подростковый возраст, 12-15 лет, когда сохранила мое желание, сохранила вот эту любовь к спорту, сохранила... сохранила этот интерес. Я ей вот безумно, вот мне кажется, на самом деле полюбила спортивную аэробику, я именно вот в этом подростковом возрасте. Она сдержала вот это желание, ну как в школе все идут гулять, а ты идешь на тренировку. И я действительно знала, зачем я иду, куда я иду, и благодаря вот этому тренеру Екатерине Геннадьевне я полюбила на самом деле спорт в этот момент. Давай, вот так. Давай візьмемо да, дитячий вік, коли ти сама тренуєшся тренером. Зазвичай дітей намагаються віддати в масовість якусь. От, коли є двіжуха і є розв'язання. Коли ти один з тренером, це вже більш таке контакт должен бути, да? Тому що щоб комунікацію вибудувати і щоб ви довго могли знаходитися один з одним, щоб дитинці було цікаво, да? Треба заінтересувати, як кажуть. От, тебе як вийшло так, що у тебе класна комунікація з тренером? Це бажання, це інтерес, це правильно відношення батьків. Тобто ти приходиш, наприклад, кажеш, що мені тяжело, я не хочу, мені то, і батьки тебе формують правильними словами, кажуть, що це потрібно ось для того. От, чи це просто как би безвихідність ситуації, коли ти розумієш, що крім цього тебе нічого не інтересує і альтернативи по факту немає. От, і виходить, що тут тобі вигідніше ходити одною, тобі всю увагу будуть, чим ходити кудись, ну, в якийсь інший кружок, там, де багато двіжухи, але тобі фокуса буде менше. Як ти думаєш, яка фішка зіграла от в тому моменті дитинства? Ну, так как я этого прям не помню, какое у меня было к этому отношение, но сейчас я могу сказать, это скорее всего разговоры. Это скорее всего разговоры для чего, почему, это для здоровья, это твое будущее, это спорт, это интересно. Вот смотри, как умеют другие. Вот посмотри, ты тоже так можешь, а давай с тобой вместе попробуем сделать это и прийти к этому результату. Я тебя поддержу и своим примером покажу. Вот так. То есть это... фундамент из родителей и правильное формирование с родителями тебя привело до правильной коммуникации с тренером. Вот так, наверное, да, было, да? Да, я думаю, да, 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 да. Хорошо, а потом твоя правильная поведенка... підтягнула ще на слідуючого правильного тренера і правильну взаємодію з ним. От. Ну, вже... Воно ж всередині, як би, виходить, що ти, типа, своїми манерами ти показуєш, як до тебе правильно відноситься. Слідуючого тренера, це от, коли в подростковому возрасті, да. Наверное, ну... Не знаю, не могу сказать. Вот она сама по себе, вот тренер, с которой я познакомилась уже в новой команде в подростковом возрасте, она вот как мамочка, я не знаю. Вот к ней можно было... Лучше. Я называю таких женщин тёпленькими. Это точно. К ней можно за любым советом, к ней можно за поддержкой. При этом она хорошо мотивировала, при этом... Ну вот для меня эти, сколько мы с ней, 3-4 года примерно я с ней тренировалась, это самые приятные года в спорте. Тёпленькая, это точно. Она нам подобрала. Да, 100%. И я стараюсь вот многие вещи, когда уже сознательно
Ну, сознательно я считаю, что я начала тренировать детей где-то спустя 3-4 года моей работы, когда я уже в это прям углубилась, Тянулась, когда, да, потом. да, первые года это на каком-то таком прикольно, дети, тренировки, ну вот больше к этому отношение у меня на тот момент было как просто работе, а сейчас это моя жизнь, вот это вот сейчас я прям в этом поглиблена повністю. Як ти думаєш, які фактори повпливали на те, що ти там как би зазимилась, да, в цій діяльності? Тому що за ці 3-4 роки воно могло как би і приліви, і отліви бувають, да? І є моменти, які впливають на те, щоб ти або далі там закріплялась і розуміла, що ти можеш цим займатися багато років поспіль, і ти не будеш вигорати. Наприклад, коли людина працює в якійсь там структурі, да, але там атмосфера не очень, і ти розумієш, що как би, що б ти не діяв, как бы все буде безполезно. Но если ты понимаешь, что у тебя есть якась возможность свого личного якось пространства, там, где твои правила, твоя поведінка, ти маєш можливість чимось там, ну, керувати, то воно якось як отдушина тобі дається. По факту ти розумієш, що ти і в цій глобальній системі робиш щось своє маленьке, і ти даєш почву маленьким там талантам, да, якось розвиватися. Да, не всі будуть із них спортсменами, но основу ти передаєш, це любов до активності, до заняття і заняття собою, своїм тілом. Що послужило тому, що ти типу далі почала займатися цим? У меня был переломный момент в 2021 году. Конфликт, не конфликт, недопонимание с одной из мамочек, из моих детей. Вот. И я помню этот момент, когда я хотела прям все бросить, все, я распускаю группы, я не тренер, я не умею. Вот, ну, она достаточно в грубой форме меня как бы убеждала в том, что я не умею, при этом они ходили, продолжали, я так и не поняла, сейчас не понимаю, почему не было, да, их принято решение сменить того же тренера, если вас не устраивает мой подход и мой уровень. И это длилось все полгода, я очень тяжело этот период проживала, конечно, но в тот момент меня поддержали все дети, которые и родители, которые были в моей команде на протяжении 3 лет. И настолько убедили, настолько поддержали, убедили в том, что вот мы 3 года, и мы с вами, и мы видим этот результат, и, пожалуйста, ну, к нам подходят со словами, давайте вместе уйдем от этого тренера, ну, как бы, давайте как-то этот момент решать, потому что мы за вами. Вот настолько они стали за мной горой, я поняла, что если за мной вот эти дети, я настолько к ним привязана, они настолько в меня верят, что нет, ну я не могу. Не могу это бросить, не могу перестать. И как-то вот настолько их поддержка меня направила в эту сторону, в сторону углубленного изучения работы с детьми, в сторону работы уже с собой, потому что я сама вижу, насколько мое настроение, мое состояние душевное влияет на детей. Мне кажется, я прихожу, они настолько эмпатичны, что я прихожу и уже в них вижу отражение своего настроения. Так мы только начали. Вот я прихожу какая-то заряженная, прям вообще, и они такие. Погода, дождь, не очень как-то, но серень, и они такие же, они полностью, и вот я в них вижу свое настроение с тренировки в тренировку. Я понимаю, что как бы их поддержка, их заряд, вот он меня держит. То, что в меня верят мои дети, которые со мной, ну, 5 лет. 5 лет есть у меня несколько деток, которые со своих 3 лет, им сейчас 8-9 лет, они все у меня занимаются. Я вижу этот результат, когда у них что-то получается, я не знаю, эти эмоции не описать. Я 3 дня хожу, вау, получилось, класс, супер, вот меня вот это подстегивает, подстегивает все больше, больше, больше делать для них. Ну, тут іде Наверное, розділення, так. тут пока є можливість, да, типа, розвиватися в цьому і сформувати себе як тренера, треба і не забувати про особисте життя. Бо по факту, как би, ти можеш там все своє життя віддати кар'єрі. Але ж паралельно йде ще життєва лінія, яка супутствує якихось своїх удачі, неудачі, особисті моменти, здоров'я. І куди ти не пнися, все одно буде впиратися все в твоє внутрішнє становище Да, себе і бачення себе. От. І, сто типу, ти процентов. робиш роботу з позиції, типу, що мене заряджає це, і я можу, я готова вкладати, типу, всю себе сюди.
Или ти все-таки розділяєш, що робота це робота, але і про себе забувати теж неправильно. Пока не умею так. Пока вот это все туда, всю себя туда. Тому що, наприклад, там, якщо брати дорослого сформованого тренера, да, він вже все викупив фішки, да, і він розуміє, що якщо типу, у мене свого особистого життя немає, то до мене йдуть люди, теж, в яких немає как би, особистого життя. Ти як особистість і притягуєш, ну, типу, противоположності, да, виходить. Тобто ми можемо легше спілкуватися, коли ми чимось схожі. От, і виходить, що коли типу, у тебе є сім'я, ти з сім'ї теж заряджаєшся емоціями, теж і у тебе є відпочинок, і теж є якісь. Тобто, у нас є умовно там чотири кейси, да? Це робота, фінанси, здоров'я, сім'я, ну там і відпочинок, да? Умовно візьмемо. От, і ти, коли у тебе на дні, наприклад, робота, там треш в стране, і ти не можеш там тренувати дітей, тому що там бомблять, наприклад, ти можеш одушину брати в сім'ї. От, і ти как би переливаєш з моменту в момент, і ти по факту в В ровному балансі. состоянии. Да, а коли ти сливаєш, тупо, наприклад, на деньги, чоловік починає упахуватися сутками на роботі, в нього сипеться сім'я, деньги є, потім здоров'я, от, потім і робота вже неінтересна, тому що ти как би, із других моментів не заряджаєшся теж. Ти починаєш там уже, как би, я кажу, розформіровувати себе, тому що ти себе приєднав настільки до цієї роботи, що ти себе не розділяєш як особистість. От. І дуже важливо, как би, вовремя себе здернути і розуміти, що ти живе, ти як людина маєш прожити життя, а не як машина. Ну, у меня тоже вот период, когда началась война, первый месяц, там, понятно, у всех разлад, мы не выезжали, я была все время в Украине, все время в Запорожье, и не было тренировок месяц, но у меня получилось себя собрать благодаря, наверное, своему характеру. У меня, ну, я так привыкла, что у меня каждый день расписан по времени, прям для того, чтобы все успеть. Тренировка здесь, здесь, здесь есть момент на немножко выдохнуть, потому что в течение дня нон-стопом нет, у меня должен быть какой-то перерыв. Я всегда Почему себе же, его да? ставлю обязательно. И началась, когда война, нет, я закрыла этот дневник. Все, то есть у меня нет графика, нет расписания. И только спустя месяц, начиная опять вносить какие-то коррективы, начинать вести режим, расписание, добавлять свой спорт. Мне мой спорт очень важен, мои тренировки, они меня точно так же заряжают. И у меня, я успеваю, то есть 5 дней в неделю обязательно у меня должна быть тренировка, 5 раз в неделю. И это тоже дает мне заряд. И тоже расписывая график, я не упускаю вот этот момент своего спорта, своего отдыха. Поэтому, да, отдаюсь детям, да, морально я очень часто, постоянно там, но есть и свое хобби, и без него я тоже не смогу. И я согласна, что должно быть все в балансе, но пока вот у меня хобби. И просто и у меня хобби и моя работа очень связаны. Ну как Ну, це и нормально, да, спорт, ти да. перезаряджаєш, да. Просто я кажу, наші тренування, от я ж теж, да, як тренер, я как бы спортсмен, і ще мені, да, ну, увлечення, так сказати, є. Но, типа, заняття з собою, своїм тілом, це база, виходячи з якої ти толкаєшся далі. І ти можеш пару днів без бази пожити, ну, ти ще как бы на том топливе проживешь, да? Но если ты как бы запускаешь это дело ко дну, то, скорее всего, через месяца три ты просто как бы сольешься в ноль. Потому что это твой источник энергии, мотивации, вдохновения и так дальше. То есть ты через работу с телом ты сам себя заряжаешь. Работа с природой, не знаю, Да, контакт с свежим воздухом и так да, дальше. да, да, Вот. 100%. Я когда на тренировке, когда, ну, у меня есть этот час, особенно я летом обожаю утренние пробежки, это в 5-6 утра, когда вообще тишина, когда птицы поют, когда природа, когда свежий воздух, вообще наушники или без наушников, чтобы это все слышать. И у меня просто в этот момент
можно, я себе выписываю в конце, там, закончилась тренировка, у меня может быть 10 пунктов, что мне в голову пришло. Вот у меня за тренировку, или я иду в зал, это наушники, Инсайты это подружу какой-то, развивать. да, и ты сразу просто, у меня, ну, за тренировку такие в заметках выписаны какие-то, о, прикольный праздник, о, интересная тренировка, о, можно попробовать это упражнение. Там то же самое, я пошла на бокс 3 месяца назад. Вообще куча новых упражнений, координация, я начала это изучать, больше детям давать упражнения на координацию. Я смотрю, у них сразу уровень поднимается, и на тренировках по боксу я тоже полностью отвлекаюсь, полностью для себя что-то новое открываю, изучаю. Поэтому действительно, меня спорт вдохновляет, мой спорт. Ну и вот идеи для детских тренировок, для работы идут именно как раз с моего спорта. Ну, я, например, тоже в бег, я стягиваю, например, базу, я с кроссфита, с фитнеса взяла. То есть, потому что я понимаю, Да. це аватар наш, він у всіх Да. одинаковий. А як ти будеш з ним працювати, це вже от смикалки, от знань, і от навичок якихось буде там обиратися. І ти можеш з другого спорту потягнути якісь другі фішки, Да. попитатися їх адаптувати під твій, да, там періодизацію якусь. І це буде дуже класно і нове бачення, в принципі. От, тому що 100%. ти якби, да, ти не можеш займатися 20 років одним тим самим, таким самим подходом. Тобі постійно треба оновлювати цей взгляд на свій спорт і щось внедряти нове. І тоді це буде класно. А якщо ще є технології для якихось змірень, ну, типу, як працює моє тіло, як воно встановлюється, як адаптується до навантаження, це ще прикольно. Да, От, сто ну, процентов, 100%, потому что в моем детстве нам у нас там общая физическая подготовка, да, ОФП в конце каждой тренировки, там 10-15 минут подкачка, мы так называем. Пресс, приседания, там отжимания, все. И я поняла, когда закончила свой спорт, я пришла в зал, и я не знаю, что делать. Мои знания хватило на 15 минут тренировки. Я сделала там складочку на пресс, какие-то выпады, все. Я смотрю на эти гантели, я не знаю, что с ними делать. И тогда тоже в мою жизнь пришел кроссфит, круговые тренировки. Я начала это изучать и начала изучать технику. Вот я поняла, что в первую очередь я и прививаю детям, это техника выполнения каждого упражнения. Начиная от того, как мы ставим ножки на приседания, как мы раскрываем коленки. Да. И это изо дня в Безопасность движения. день. Да, и я понимаю уже в своем возрасте сейчас думала о том, какая причина стала моей травме, то это вот отсутствие техники выполнения упражнений. Техника спортивной аэробики – это одно, а техника выполнения упражнений, которые мы делали как общую физическую подготовку, как развитие гибкости, выносливости, координации – вот этого знаний, ну, у меня лично были на нуле, я считаю. И в период войны, когда все сидели дома, у меня тогда в ночь, когда началась война, я травмировала в четвертый раз колено. Я не могла встать, на ногу. Расскажешь, как это случилось? Оступилась. У меня были две Даже ты операции. далеко не убежала. Две операции было. А ты точно. Така, ні, ти тут остаєшся, мала, все. Будет тут. Ти Кстати, місце да, я тут, даже не да? подумала, что это да, это вселенная просто расставила все точки. И оступилась, получается, в 11 вечера хрустнула нога, а в 5 утра началась война, и проснулась такой ногой, 2 недели лежала дома. В общем, через 1,5 месяца сделали мне третью операцию. На колени откололся хрящ, начал разрушаться хрящ в коленном суставе. Вот. И этот период я прям углубилась в изучение техники гибкости. Я прочитала около 8 книг за полгода. Я начала слушать лекции и все пробовать на себе. Во-первых, реабилитацию тоже пробовать на себе. Закачивать мышцы пробовать на себе. Я пока была с бинтом 2 недели на ноге, я себя садила на ровный шпагат, разворачивала таз. Я в жизни не знала, что тянется для шпагата.
почему у меня неправильно развернута пятка, почему я делаю мах с кривой ногой, почему я вот это все в первую очередь попробовала на себе, у меня получилось, я увидела вообще, я стала гибче в разы, чем была раньше, чем была в возрасте, когда я занималась спортом, и стала практиковать на детях. И вот этот вот, наверное, когда меня оставили здесь в эту ночь, и случился Займся вот так, этот, да? да, и случился тот момент, когда я начала изучать углубленно все эти моменты, и уже, Боженька, так и так. Нет, ти да. остаєшся тут, практики у тебе хватає, теорії не хватає. На, давай доіграєш через полгодика, будеш розвлікатися. Да. Прикольно. Ну, я Да, ж кажу, що це, типа, такі ситуації, вони, типу, все не взагалі не просто так, просто да. так. Да. Воно, типа, об'ясняє. І ти потім через 5 років сидиш і думаєш, бля, так от же воно. Так от же все понятно, що не ясно Вот как я сейчас. було. Вот сейчас, наверное, мне пришло как раз после твоих слов это сознание. Так вот же этот был момент, что ты Да. должна была остаться здесь. Ну, тобто, дивись, ти перетягнула, типу, базу своїх вчителів, да, своїх тренерів, їх підхід, долю себе, да, теж, як би, ти через себе це проявляєш своїм баченням, своїми знаннями. Плюс ти народилась пізніше, ніж твої тренери, ти сформована другим временем, да, тобто ти більш свободна, більш розкріпощена і в мислях, і в діях. Відповідно, ти можеш шире бачити і приміняти дітям. Тому що я кажу, що ці діти, що зараз вони народжуються, вони ще свободні і ще якби произвольні себе ведуть. І ти якби промежуточне дзвіно між прошлим і будущим, і ти якби перетягнула своєю практикою і несеш це дітям. І вони якби тебе теж учать чимось своїм, да? Тим, що вони якби Конечно. да, такі, типа, ну, ще нічого не розуміють, але у них поведіння, в принципі, друге вже. От. І ти теж, якби, і виходить, що ти формуєш, якби, даєш закалку їм. От. Ну, якщо б ти, наприклад, брала підход там тренера із Радянського Союзу, да, там, де вони, типа, у них все просто, понятно і жорстко. От. І то там їм би не понравилось, наприклад, якщо б ти такий підход приміняла в тренуваннях. Вони б, типа, зразу поняли, що там на цей вид спорту не цікавий, все, давайте щось, давайте танці, давайте якийсь там, ну, другий формат, взагалі, будемо розвлікатися по-другому. Тому що якщо м'яко входимо в спорт, да, то ти, в принципі, можеш його довше підтримати. Якщо ти Да, жорстко да. заходиш, то ти такий, ну, психіка ж швидко встає, ти такий раз, два, а потім один конфлікт з тренером, і якби ти все, ти вже не там. Тебе Основная зразу задача викидає. маленьких во время тренировок маленьких детей это максимально сохранить их. Ну вот я считаю, максимально их сохранить. Да, те, Сохранить що их дано, да. здоровье, то, что дано, да, не поспешить, не переусердствовать. У меня дети до 9 лет занимаются. 11 лет это уже как бы официальная категория в спортивной аэробике, категория дети. До этого дети мини. И вот это дети мини, как раз возраст, который я веду, я считаю, что мне нужно, это техника, в первую очередь это техника, это сохранить интерес, сохранить мотивацию, в первую очередь заинтересовать, а потом уже в дальнейшем сохранить. И уже отдать тренеру, который занимается уже с Професійно, детками от да, 9 більше. лет, да, профессионально, чтобы они были готовы. Готовы как и морально к тренировкам, что могут быть и тяжелые, и сложные тренировки, так и физически полностью окрепшие, ну, не полностью окрепшие, но как бы минимально уже задатки окрепшего организма. Демо-версія, я Обязательно. кажу. Да. Ну так, ну виходить, що в нас, ми ж теж через це проходили. Тобто, в мене, наприклад, теж мій тренер, один, я кажу, що другий, типу, був, але він мене не тренував по факту. Мене сформував, типу, тренер, коли я тільки починала цим займатися, він всього вчив. От, і саме цей момент, цей рік, який він мене вклав, він досі мені аукується, тому що це бачення, цей правильний підхід, людський підхід, да, ти не тільки тренер, але ти і людина, яка маєш якісь якості передати, сформувати, і на настрої, з яким ти йдеш на тренування, він буде визначним, да? Буде класна тренування. Да, вона може бути тяжола, але вона класна. І ти кайфуєш від того, що ти робиш тяжолу тренування в кайф. От, і оце готове до серйозних тренувань, до масштабних тренувань і до результатів. Тому що коли це займає там не 2 тижні, а сезон,
це взагалі друга психіка. От, і відповідно, що вивести це може тільки адекватна, сильна психіка, а не та, яка постійно подразнюється і как би такий неуверений в собі. Да? От, і виходить, що ти своїм прикладом і відношенням, ти как би показуєш, що да, може бути так, отак, отак, но ми ставимо на віса, типа, ілі ми хникаємо, не хочемо, ілі ми ділаємо, стараємося і маємо якийсь результат. От. Да. В пам'яті у них это точно остается. Каждая тренировка, да, обязательно. Сохраняем хорошее настроение. С ними нужно постоянно, с детьми я постоянно разговариваю. У нас тренировка есть момент там, когда они разминка, да, суставная обычная разминка, базовая, которую мы, в принципе, в основном делаем одно и то же, просто, ну, меняя разные упражнения. И я очень часто какую-то тему, вот мне просто это под настроение, это происходит под настроение. Сегодня там хочу поговорить про то, что вот я там кушала на завтрак. Дети, а что вы кушаете на завтрак? Вот когда у них утренние тренировки, я очень часто спрашиваю, что вы ели на завтрак? Это вот мой первый вопрос. И, кстати, очень интересно наблюдать, и сама делаю выводы, когда что кушал ребенок и насколько он продуктивен. Когда у нас с утра мучное, то мы такие вяленькие, конечно, приходим на тренировку. А когда с утра, если там она рассказывает, у меня есть дети, у которых просто завтраки, там загляденье, слушаешь, она рассказывает, у нее там авокадо, бутерброд, у нее там сыр, хлеб с маслом, там Завтрака жиры. вдохновение, да? Да, рассказывает, и там на десерт у нее какая-то ягода с чаем, а вообще она там чай без сахара пьет уже там 3 месяца, я уже пью чай без сахара. И вот это они рассказывают, и сразу там смотрю, разница есть между детьми. Вот у меня сегодня настроение поговорить с вами про завтраки. А давайте обсудим, что такое белки, а почему они Заодно важны. подтянули другий спектр, це там Да, питання і конечно, конечно, конечно. А давайте поговорим с вами, во сколько нужно ложиться спать после тренировок или перед соревнованиями. А давайте с вами попробуем представлять наше идеальное выступление перед сном. Вот просто прокрутили в голове, как вы делаете все, как у вас все получается, вот, и на этом засыпаете. Давайте попробуем так. А давайте выпишем в дневничок, это я уже практиковала с девочками, которым там 9-10 лет, давайте выпишем в дневничок наши цели на эти соревнования. Это будет не медаль, нет, мы не едем за медалью, мы едем за такими-то результатами. Основная задача – это стать на уровень выше для себя, а не получить эту медаль. Едем не за медаль. Вот я вот стараюсь это и родителям объяснять, и детям, что в первую очередь вы едете для того, чтобы познакомиться, попрактиковаться, чтобы дети побыли в этой обстановке, в этой атмосфере, поехать с командой, вместе прийти, вместе обсудить. Это вечернее собрание, это интерес, это команда, это дружба. И разные вот такие моменты я стараюсь во время тренировок какую-то тему раскрывать. Это и питание, и сон, и польза спорта, и польза зарядки, а зарядку кто делает, кто... А я делаю, говорю, давайте там на следующее утро скажете вы мне, вы делали или нет. А давайте попробуем, я делала с девочками 9-10 лет челлендж, там каждый день отжимания 20 раз, и вы скидываете видео, и я скидываю свое, что я там каждый день делаю 20 отжиманий. И вот, наверное, на собственном примере, только когда я это тоже делаю, а давайте попробуйте и вы, наверное, так как папа со мной разговаривал в детстве, а давай попробуем вместе, вот с таким же подходом я сейчас стараюсь к детям, а давайте попробуем вместе. Я скажу, що взрослими це теж так працює. Да, Да, це взрослі. конечно, а Взрослі це маленькі мотивация? діти, да. Конечно, вот когда мы приезжаем после соревнований, ну, в Киеве соревнования, ну, все хотят в Мак. В Запорожье Мак закрыт, все хотят Макдональдс. И Виктория Олеговна с орешками сидит с Даст отмашку творожком. или не даст, да? Дети едят, а я не кушаю. Ну, типа, ну вот я не ем такое, вот у меня такое правило. Ну, я скажу, що це теж зіграє свою роль, коли вони вже від тебе підуть далі своїм життям жити.
Вони, як би, це буде їх теж момент для ручничка, коли ти хочеш себе здернути. І вони, наприклад, будуть кожен раз щось робити не те, не те, як неправильно, да? І в них, типа, твоя картина буде впливати. Що можна ж було горішки поїсти, нічого б не случилось. Як би. Потребність їжі ти закриваєш, но качество влияння на організм, воно разне. От. І Я би от так. хотіла, щоб іменно вот так вот вспомнилось, Ну, ти ж конечно. вспоминаєш своїх тренерів? То тата, наприклад, Я такий как хитрий. пример вспоминаю вот папы больше Ну, этом наприклад, не плане. всі мами займаються своїми дітками, і не всі з ними розговарюють. Тобто народити дитину це одне, а подружитися зі своєю дитиною і наладити контакт це зовсім інше. От. І не у всіх сім'ях все хорошо, так щоб можна було займатися і собою, і дитиною. От. І в ітогі, як би, основну якусь роль і грають там другі люди, тренери, якісь, не знаю, учительниці якісь там в школі, або ще хтось. Тобто є людина зазвичай зі сторони, яка не близько з ними контактує, але вона є якимось прикладом. От, кому дається це легко, для кого це естественне поведіння, тобто, ну, как би, їм по кайфу, і вони как би, ну, на підсвідомості це так працює. От, вони беруть за приклад. Це там умовно візьмемо якесь там, не знаю, там, інтерв'ю, да, когось другого. Ти дивишся, що людина постійно там путешествує. Да? Це по кайфу, людина так живе, і ти через нього починаєш ізучати путешествувати з другої сторони. Так само і как би, в близьких кругах теж. От, і ти в когось щось одне взяв, в когось друге. Наприклад, тебе там можна взяти там спорт, відношення до спорту, якісь твої особисті правила, звички. Це теж прикольно. От, і тому що ти, ну, тебе немає такого, що ти, типа, уставша від житті, розумієш? Ти контролюєш все, і тебе все поки що чітко йде. За ісключенням сломаної ноги, як би, 3 рази. Ну, якщо по факту подивитися, то це теж в плюс тобі. От, тому що це дало тобі новий, як би, поштовх для розвитку. Но я смотрю, у меня мамочки, все, кто ездят на соревнования, у меня... Вот я смотрю, у меня дети маленькие, они все ездят с мамочками на соревнования. То есть мы едем большим коллективом, дети и родители. Но у меня все, кто вот так, с кем я близко общаюсь и с кем мы ездим на соревнования, максимально хороший контакт с детьми. Я вот смотрю, для меня это прям восторг приводит, насколько ушло вот это, когда повышают голос, не когда кричат. Ну нет, у меня родители, мамы разговаривают с детьми, мне так это нравится. Раньше я вот помню, как у нас было, когда я ездила, за руку дерг, не иди, не... ну вот какое-то вот постоянно кто-то кричит, вот у меня вокруг было так, у меня в семье было по-другому, поэтому я на это внимание обращала, для меня это было странно. То сейчас я смотрю, как у меня мама просто с детьми разговор, она разговаривает, она даже не меняет тональность, когда что-то не так, когда Это классно. можно сделать какое-то замечание. И когда и мне безумно приятно, когда ко мне обращаются с каким-то за каким-то советом, вот как нам лучше на соревнования, какой нам перекус взять между вот если давайте поговорим, во сколько они вот со мной мама разговаривает, во сколько нам нужно пообедать, чтобы прошел правильный промежуток времени до выступления, вот мы вместе это обсуждаем, что можно покушать, давайте это уже после соревнования, чтобы не было там вздутия во время, там, ребенку некомфортно. Вот, ну, то есть у меня родители детей за советом даже ко мне обращаются. Мне это безумно приятно, когда мама, ну, достаточно старше меня. И, а как нам лучше? А вот у нее, ее беспокоит вот это. А к кому нам лучше обратиться? Вот это безумно приятно. И родители к этому относятся достаточно серьезно. Те, у кого дети уже на каком-то уровне выступают, они к этому относятся серьезно. И это безумно приятно, и это вот как-то располагает на хорошее спортивное будущее детей. Вот так. Родители тоже Да. должны быть готовы к профессиональному детскому спорту. Давай цю тему візьмемо. Як підготувати? Давай візьмемо цю тему, чуть-чуть в неї углубимося. Как подготовить родителей? Да, як батьки мають налаштовуватися, тому що коли ти, типа, серце одірвати не можеш, і ти розумієш, що на твоїх глазах будуть ті травми, і то все. Хтось у це йде свідомо. От, а хтось до кінця не розуміє, взагалі, що може ожидати. Тому що, ну, как би, батьки, вони безумовно люблять, вони своїм дітям найкращого бажають. Да?
От, і надіються, що з ними ніколи нічого не случиться. Да, вони відчувають, що може бути якась там небезпека. От, но глобально дуже важко оцінити як би, последствия цього спорту там, чи там, профспецифіки, да, візьмемо так. Тому що ти вже працюєш в більшій мірі на результат, аніж на здоров'я. Тобто пріоритетність змінюється. І після профдіяльності завжди є побочка. Тобто, це як для балерин, я кажу, що лучший віддих для балерини з 20-літнім стажем це піти покрутити ногами, повиворачувати сустави, і оце вона просто буде кайфувати від цього. Нельзя Тому що вона в цьому і так. останавливаться, да. Да, то є побочка, да, і как бы во всем есть побочка, что, то есть, как бы, витамины мы пьем тоже, как бы, печень якось расщепляет, есть так, интоксикация, яка выводится с организмом. То есть, как бы, есть плюсы, есть минусы. Если плюсов больше, окей, если больше минусов, значит, вредно нам не подходит. То есть, как бы, со спортом все та сама история. Но, и коли вони можуть оцінити зі сторони, да, коли це скаже тренер зі сторони, що може бути ось так. Но я, наприклад, як тренер, я вас проведу це найблагоприятнішим образом. Тому що може бути профспорт, і ще й з не очень компетентним, неадекватним тренером, і побочка на психіку і на здоров'я буде в 2 рази хуже. От, і це буде такий флешбек із прошлого, який не хочеться навіть вспоминати. Ти про нього думаєш, і в тебе вже сльози наворачуються. А потім півжиття психотерапії, тому що ти розумієш, що можна було як би і по-другому. Ну, ти не бачив по-другому. От, і коли ти, наприклад, ти можеш умовно зараз проговорити якісь пункти, які важливо враховувати при умові, наприклад, що там у дитини є якісь там уже захворювання, або і ти розумієш, що ця дитина, наприклад, зараз вона не вистрелила, да, як кажуть, а через там якийсь певний проміжок часу, зараз просто треба займатися, через якийсь час, ну, как бы, буде результат. Тобто моменти, які важливо знати батькам для того, щоб підготуватись і самим, і вміти правильно будувати комунікацію в сім'ї, щоб дитину налаштувати на це всю історію. Ну, во-первых, я считаю, что родители, отдавая ребенка в спорт, не должны закрывать свои потребности. Ну, то есть свои вот эти... Самого тяжелого начала. Да. Потому что такие случаи просто через один. Ну, это как я это вижу. Это самое главное. Я больше работаю еще с детьми, которые не в профспорте, но при подготовке как бы родителей к этому, это в первую очередь доверие к тренеру. В первую очередь доверие к тренеру, и я доверяю полностью к тренеру, к которому они переходят в дальнейшем, в свои 9, там, 10 лет. Я сама у нее тренировалась, мы с ней, в принципе, вместе тренировались в свое время, и я полностью ей доверяю как тренеру, она дает прекрасные результаты, при этом дети остаются психологически здоровыми, она с ними разговаривает. И нету вот этого подхода крика на тренировках. В первую очередь, ну, все-таки это доверие к тренеру, это вера в ребенка при любых обстоятельствах. Родитель должен хвалить своего ребенка, какой бы результат ребенок ни давал. Поругать может тренер. Это я всегда говорю родителям, что на соревнованиях после выступления вы ни в коем случае не должны ругать своего ребенка. Мне однажды сказали такую интересную фразу, что ребенок, выходя из площадки, он как солдат возвращается из войны, с войны, он как раненый. И что мы должны сделать? Обнять, как бы при обнять, приголубить, можно так сказать, и как полечить. Вот точно так же ребенок. Он выходит с площадки, и когда я вижу картину, да ты завалил, ты там выступил плохо, что ты сделал, лучше ты вообще сюда, и развернулась и ушла. Или просто вот ребенок возвращается, а тренер ушла. Ну, и она в слезы, или когда дети выходят с площадки, уже в слезы. Зачем такое? Зачем такой спорт? И ребенка в первую очередь нужно обнять и поддержать. И это задача не только тренера в день выступления, но и родителей. Постоянно. Поругаю я, объясню я, замечания сделаю, Делегирование выводы задач. я. Родители, ну просто нужно доверять тренеру и понимать, что основная задача – это поддерживать ребенка, быть на его стороне. Но при этом постоянно контактировать с тренером. Не пускать все на самотек. Ну, контроль же тоже должен быть и от родителей.
какое состояние, какой психологический настрой у ребенка. И также я считаю, что очень важно родителям следить за здоровьем постоянно. То есть я в этом году впервые практиковала, приглашала доктора-ортопеда смотреть детей, которые выступают. Она приходила в зал, и все, кто участвует в соревнованиях, она всех посмотрела. И вот я поняла, что я хочу это ввести в постоянную практику. Раз в год, она сказала, достаточно осматривать детей. Это очень важно. Помимо того, что раз в год они приносят справки о том, что ребенок может проходить тренировки полностью как обследование, но и ортопед очень важен, нужно следить за здоровьем. И смотреть, делать для себя выводы, где я, может, где-то какой-то перекос в плане нагрузок, в плане состояния здоровья детей. Но я была прям очень приятно удивлена, потому что максимальное количество деток, мне они в анкетках родителей пишут, что в 3 года там или в 2 года им ставят вальгус или плоскостопие там второй степени, а у меня ортопед смотрит, что полностью там все отлично, ножки ровненькие, все хорошо, мы выровняли с помощью хорошего мышечного корсета. То есть родители должны постоянно следить за здоровьем. Наша задача уже, конечно, это поддерживать правильной техникой их здоровья. Правильная техника, хорошим ОФП, и только когда есть хороший мышечный корсет, тогда любая нагрузка, ну как, тогда нагрузка будет, конечно, Более переноситься благоприятная, легче, да? да. И не обязательно отдых, обязательно восстановление детей. Это тоже на плечи родителей ложится. Доступно. Следить за Правильно. питанием, ну, как полное восстановление, сон, питание, отдых. Маленький этап, я же говорю, демо-версия спортсмена, когда ты уже как бы задатки задаешь из детства. Да, Вот, да. чтобы... И это начинать нужно делать как раз уже, когда дети вот в категории у меня мини, да, до 9 лет, там 5-6 лет у меня начинают, вот сейчас едет 2019 год рождения на соревнования. Вы уже, родители, следите за пунктами здоровья, ортопед, это питание, это сон, уже вот это все. И на протяжении дальнейшего, если это будет профессиональный спорт, не останавливаемся и поддерживаем. Верим, поддерживаем, настраиваем на только хороший исход. И в любом случае мы тебя любим, и ты у нас самый лучший. Вот ребенок должен знать, какой бы результат он ни дал, родитель его любит. Ни в коем случае не критиковать. Потом это очень сильно остается в памяти, и остается вот эта самокритичность к себе, синдром отличника, я неда, и все остальное, и ломается все это в голове в возрасте сознательном. И тогда это уже сложно, и это уже тогда это надо со специалистами прорабатывать. Ну, да, дивися, а в роботі з маленькими дітками, по факту, ти працюєш как бы з маленькими аватарчиками, да, в яких інфополе це батьки, і ну, как бы, у них обмежене коло спілкування. Вони самі не вибирають, куди їм піти і що їм зробити. Тобто вони вже в ситуації. По факту, оця школа, да, яку ти даєш маленьким дітям, ти їх формуєш по факту, да, но момент комунікації у тебе відбувається з батьками через дітей. Вони за годину тренування чи там за 2-3 години набираються від тебе знань і потім це несуть додому. Да. От, і виходить, що ти якби внедряєш свою систему на родителів. От, і не кожна жінка готова справлятися з конкуренцією. І з-за того бувають конфлікти, от, внутрішнє недовольство, яке може перерости якби, в конфлікт або не перерости. Холодна війна або гаряча війна. От. І якщо батьки відкриті на комунікацію і на розвиток, у них все класно, вони кайфують, тому що в них в житті все змінюється на краще. А коли батьки закриті, то как би, тут іде оце ж как би, тягомотіна ця, да? Непонятно. От, по факту, да, ти працюєш з дитиною, але вплив в тебе є і на батьків, тому що ці батьки приводять, тобі кажуть, треба займатися моїми дітками. От, і це, как би, це, я кажу, це сітка така виходить. Бо діти одні приходять, інші йдуть, да, кудись, в тебе ж как би, постійний іде поток. По Поток, факту, скільки ти 5, майже 6 років цим займаєшся, це вже как би, да. один поток ти точно вже через себе пропустила. От. І виходить, що в тебе йде і психологічна робота, і тобі как би, теж треба вигружати не тільки
фізику, ну і психологію. Тому що якщо чим більше досвіду, тим більше стресу. Вот. І поки що ти на пустому баці, как бы тебе заповнено отак, от, наприклад, там 50%. Ну, якщо не будеш згружати, от ти превратишся в ту стару бабку, яка всім недовольна і на всіх кричить. То я кажу, нічого робити не треба, а психіка шатається. Тобто, как бы, чим більше роботи, чим більше масштабу, чим більше опиту, тим більше стресу всередині тебе. Ти розумієш, це вже чуть-чуть з другої сторони, з кожним годом більше. Вот. І Інтересно, це просто так да. працює. І іменно з цього я тобі почала говорити, типу, які способи для відпочинку в тебе ще є. Тому що ти тут будеш більше уставати з кожним годом. І ти будеш розуміти, що нічого не міняється. Дітки приходять, мами ті самі, що буде там 20% жінок, які взагалі нічого не хочуть робити зі своїми дітьми, там 50%, що більш-менш питаються, але в них ніяк не виходить, 10%, як сказали, так і зробимо, все буде чіпі-піки. От. І ще там десь плюс-мінус зальотчики будуть. От. І це якби робота з соціумом. Це пласт роботи, як я називаю його чорна дира. От, тому що діти народжуються, дітям постійно щось треба, ти на дітей багато ресурсу витрачаєш. Поки він у тебе є самій, воно дається легко. Но як тільки ти ісцікаєш, ти такий, ну, типу, я вже устав. От, по факту робота та сама, а людина змінюється. Тому що как би, ти ростеш, і твоя кваліфікованість, вона більше стає. І це класно, що ти оцю легкость свою, ти її повинна, це, блін, як очі наш сохранити. Зберегти, да. Да, потому что легких людей дуже мало, особенно женщин. Вот, женщины ж как бы привыкли натягиваться на себя и багато лишнего. Вот, и це правильне питання, сон, тренировки, відпочинок, от те, що діткам буде тільки потім і тобі теж допомагати. Все, що дітей вчила, така сама сіла, потім така, так, що в нас на сніданок? Что у меня вылетает из этого пункта, из этого Да. списка? Ну, Какой в мене пункт? теж. Я ж там 20 років бігаю, і в мене з кожним роком, ну, как бы, Клас. все. І в мене і діти, і старички, да, вже. Тобто, в мене ще й професії різні. Тобто, в мене не, как бы, не дітки тільки, а в мене дуже широка. От. І з того я можу, как бы, поучитися у всього. От. І, от, наприклад, я представила собі, да, це ти один поток закрила. Но от в моменті, коли ти говориш, що типа, я комуніцирую з родителями, ти на це витрачаєш багато ресурсу на комунікацію, на общення, от вони через тебе заряджаються. А що якщо у тебе таких буде дітей, наприклад, не 30, а 130? Тобто це вже повинна бути якась система налагоджена, або якісь там обучаючі, там, не знаю, відео. Тому що кожен отак от уділить внимание, це дуже, ну, ти заморишся, в общем, на всіх не хватить. Я учусь. У нас сейчас всего 100. 100 детей. Я учусь. Пока Пропускна я учусь. спроможності називається. Тобто, да. Ну, є смисл, тобто, как би, бути полезною ще більшому кількості дітей і родителів. Я учусь работать с родителями, потому что в возрасте до 20 лет, 21, 22, вот, тогда, конечно, они могли иногда, родители могли перейти какую-то грань, Ну, которую я типа, сейчас мала, стараюсь що выстроить. тебе слухать, Да, да? Типа, да, 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 а да, не да, че, що да. ти там 10 років відпахала, там вдоль і поперек спорті, це взагалі не вважається. Це ж упирається на лічності люди, да. Да. И я сейчас стараюсь хотя бы обучаюсь, учусь выстраивать эти свои границы. Как можно со мной разговаривать. Субординация, конечно, да. Да. Я в первую очередь это всегда учила этому детей, вот этой субординации. Я не тетя, я не воспитатель. Вот когда родитель, иди к тете, тетя тебя зовет. Он воспитательница сказала стать тебе туда. Да нет, нет. Я тренер, и я не подружка, и не тетя Вика, и у меня дети только по имени, отчеству, но с детьми я это старалась делать, а вот с родителями это уже оказалось прям задачка со звездочкой, которую я пока еще учусь решать. Блін, я скажу, що це теж чорна дыра. Типа, ти со всеми не научишся. От бачиш теж, да, опыт, да, там 3 роки ти з дітьми працювала, одна ситуація, яка тобі проіграла, як Да.
ти свій час, свій досвід, своє бажання і щире бачення цієї історії, як може бути класно, на вес ставиш з одної ситуації, коли тебе хочуть типа утопити, грубо кажучи. От, побіділа маса, да? От, но ти ж не будеш кожен раз на це цепляться. От. Тому що якщо ми так будемо прокручувати, то є недовольних людей, в принципі, завжди багато. І ти не зобов'язана нікому нічого, типу, доказувати і рівень свого професіоналізму і так далі. Тобто, якщо, от в мене, наприклад, якщо я знаю, що я красавчик, то мені казали би все одно, що скажуть про мене. Я знаю, як я роблю, чого я це роблю, для чого і як це має бути в майбутньому. От, і як це в довгостроковій перспективі. То, що чоловік так не бачить, він так не орієнтується, це його лічні проблеми. Пожалуйста, на урок по психології там або на консультацію, там вас цьому научать і вислухають, і підскажуть. Якби ми опираємося на лічностях, сходимося ми або не сходимося. Ну, коли це масштабний процес, да, коли тебе там 50 дітей на тренуванні, от, і цих дітей є батьки, от, і, наприклад, дітки маленькі, вони ще до кінця не можуть, вони, в принципі, не можуть розділяти, з ким як треба общатися. Вони общаються так, як навчили їх вдома. Тобто, якщо на тебе вдома кажуть Віка там, то ти Віка. Вони до тебе йдуть з настроєнням, що вони йдуть до Віки. От, а ти їх учиш, типу, я тренер, ти свій кордон виставляєш. Це на самом деле не тільки там, що тобі там 25, а комусь там 45. Воно проблема однакова з усіма. Люди не вміють розмовляти з другими людьми. В цьому вся фішка. Тобто, щоб розмовляти, треба витрачати час. Ти витрачаєш час на дітей, а на батьків не хватить. Ну, з батьками вони знаходяться 80% времени, там 90%, а з тобою, там 10-15 поки що. От. І виходить, що ти їх теж учиш правильній поведінці. Неуверенность какую-то в общении с родителями дала, ну, как дали знания. Вот чем больше я училась, тем сильнее, как бы я считаю, что я как тренер становилась. Да, Вот, и конечно, конечно. увереннее. И вот эту уверенность дают мне знания. И я с каждой книжкой, с каждой лекцией очень много переслушала, очень много перечитала, и сейчас постоянно стараюсь что-то новое изучать. И все это вот выстраивает вот эту вот почву для уверенности в себе, как в тренере. Потому что никто меня не обучал, не... все это было изначально на уровне того, как тренировали меня. И вот это, я считаю, проблема, когда тренера идут на вот этой базе, и почему-то ни вправо, ни влево. Вот меня так тренировали, я так буду. Вот меня по коленям лупили, я буду. Ну, да, не всі можуть широко мислити, і некоторі, це ж теж внутрішня боротьба, коли ти, типа, сідаєш і ділиш. Просто сядь, почитай, вся. Тобі нічого не треба робити, почитай або послухай, все. Ну це ж треба організувати время. Раз виділити трошки, да, там часик два або три. От, хоча б раз в тиждень. Ну це ж а тут на віси стає або подвіжувати, або вчитися. І не всі ставлять пріоритет учоби і нові знання. От і все. Но в этом спорт, детский спорт мой, наверное, и сформировал вот это весы, на которые ты ставишь погулять или пойти на тренировку. А сейчас ты ставишь там тоже, может, что-то сделать или прослушать там этот подкаст или эту лекцию. Ну и как бы это уже о цели, а у меня она есть. Мотивация – это мои дети. Мотивация я сама, мотивация то, что я вижу вокруг, мотивация результаты других детей, которых я вижу, и тренеров, которых я вижу, какие результаты они дают. Поэтому вот на весах как раз выигрывает вот эта лекция или эта книжка. Да, класно. Не знаю, у меня Ну, с це этим проблем нет. Вот как-то безпрограшний формат, да, получається. никак, ну, нет у меня с этим проблем. Ну, я знаю, что с утра там надо, с утра я делаю зарядку. Вот это вот как бы ни было, что бы с утра не было, я встану раньше, я ее сделаю. Вот потому что я так привыкла. И вот это дает мне заряд. И я в это время буду слушать какую-то интересную лекцию, просто на фоне. Или я пойду бегать и буду что-то слушать. Мне это интересно, я отвлекаюсь. Вот оно уже как-то так. Вот настолько это, ну что здесь такого? Ну почему-то, когда меня
мне не нравится, когда говорят, вот я не могу найти время, я не могу, вот у меня там... Да, конечно, конечно, конечно. Все ты Всі можешь ділять найти, вид, що если такі хочешь. зайняті, на самом Да. деле дивишся на їх болячки, на їх глаза, взгляд, і ти розумієш, що це, ну, кому ти брешеш? Ти мені можеш брехати, але я ж то бачу правду. Конечно. Типа, зачем? Тем более, если ты постоянно со взрослыми, когда они приходят, да, и рассказывают, что они делают и все остальное. Но я поняла, что за последние, я вот недавно буквально подумала, что вот с Нового года я на Инстаграм уделяю 30 минут в день. 20-30 минут в день. Это перед сном, когда я лежу уже там, чтобы ну, ложусь отдыхать, и вот это я могу полистать Инстаграм в течение дня, но ну, я вообще его открываю, если там нужно на что-то опубликовать на детской страничке, там может у себя что-то опубликовать, но смотреть, листать вот это вот сторис, это только вечером перед сном. Иногда, когда хочется спать, то даже эти 20-30 минут, они неинтересны. Ну, значит реально найти время. Значит, просто вы не на то его тратите. Ну, это у меня моя такая позиция. Да, давай так. Давай, значить, у тебе є там робота, да? От зараз вона виглядає ось таким чином. Умовно представимо, що ти там через наступний цикл 5,5 років займаєшся тим самим, але тобі ще плюс 5,5 років. Що би змінила ти, щоб покращила, чи, можливо, перебудувала в своєму підході, от для того, щоб воно мало таку ж саму легкість. І таку саму цікавість батьків до того, щоб вони хотіли до тебе вести своїх дітей. Я бы, наверное, все-таки немножко разгрузила бы себя, чтобы было больше, ну, в таком все равно ритме я понимаю, что ну, долго не протянешь на энергии, на хорошем настроении, на вот этой легкости, как ты сказала. Энтузиазме, да. Да. То, наверное, я бы немножко в этом плане себя разгрузила, потому что в первую очередь нужно себя, вот эту, в себе эту легкость сохранить и нести ее детям. Больше, мне кажется, все равно мне не хватает вот этой насмотренности на соревнованиях. Мы только недавно начали с детьми. Последний год мы хорошо ездим, участвуем. Там у нас раз в месяц, раз в 2 месяца постоянно соревнования. До этого мне этого не хватало. Вот я считаю, что мне не хватает вот этого опыта участия в соревнованиях детей, посмотреть на других. Взять этот опыт тренеров уже, которые большие тренера в Украине, на которых хочется смотреть, за которыми хочется идти. И вот этого мне не хватает. И мне кажется, за вот эти там 5,5 лет, да, то мне бы это мне бы это стало большим толчком в моей тренерской карьере. Ну и плюс это, наверное, больше я бы хотела углубиться в психологию еще чуть детей, чтобы к этому подходить еще здоровье, через здоровье, еще больше через здоровую психику. Что я могу дать как тренер, чему я еще могу научить? Чтобы не у меня... Это сейчас там пробую, да, там детям во время разминки что-то рассказать или еще что-то, а я хочу, чтобы детей я обучала не только спорту, но это у нас в принципе, прививала вот этот здоровый образ жизни, может, каким-то более системно. Вот так вот я бы сказала. Вот эти моменты я бы Я больше бачу, це формат систематизировала. школи з обученням, наприклад, там, як на збори їздять, да? Або не виїжджаючи на збори, локально, да? Там всі місцеві, але в які запрошені гості, або професіонали своєї діяльності, або інша специфіка, або лікарі, або реабілітологи-фізіологи, які дають якусь базу знань, наприклад, там 6 годин, там, наприклад, ми навчаємось, із яких 3. Там 4 теорія плюс практика, от условно, от по вихідним. От такий, мені кажеться, формат було вообще шикарно. Там, наприклад, раз в місяць, в цьому місяці у нас там реабілітолог. З реабілітологом ми працюємо. Тобто ти ізначально вже даєш базу маленьким діткам, що треба уділяти час. Вони про це хоча б будуть знати і будуть розуміти, як це працює. Тобто ти їх познайомиш з цим.
А далі вже в профдіяльності їх, якщо вони до цього доживуть, да, доростуть і захочуть цим займатися, то вони вже будуть знати, як до цього правильно відноситись і як вирішувати ситуацію, наприклад. У нас как раз 8 марта, когда началась война, планировалось мероприятие для детей и родителей, ну, приуроченное к 8 марта для своей команды. Я пригласила психолога, мы уже с ней подготавливали темы. То есть изначально это было из серии какой-то игры с мамами, посмотреть видео выступлений, какой-то там ПП-фуршет, я прям меню составляла, там ягоды, фрукты, сухофрукты. А потом психолог, который и детей заинтересует, там у нас была тема как блог, и блок вопросов там от родителей. Но, к сожалению, на тот момент это не получилось. Но как бы такая идея еще есть. И вот если все сложится хорошо, то в июле мы планируем такие внутренние сборы, куда будем приглашать и тренеров с разных видов спорта, которые связаны со спортивной аэробикой. Ну, там хореографию я очень хочу, хочу акробатику, хочу с ними над техникой поработать. И тоже хочу какое-то вот что-то с психологией, какой-то день, какой-то час уделить, чтобы это в форме игры, но и я, и дети смогли, может, и родители поучаствовать, и сделать какие-то выводы, где надо поработать, где все хорошо. В общем, вот такого формата, как внутренне, это все я делаю Да, только идея для классная. своих. Да. У тебе є якийсь типу момент, що ви збираєтесь з батьками і проговорюєте там, наприклад, з приводу там дітей? От ти, наприклад, бачиш, що з дитиною щось там, от якби якось там, чи треба поговорити, чи треба ще щось там, якісь моменти. У тебе є якісь групові збори батьківські, от в яких ти проговорюєш про їх дітей, чи ти так не проводиш? У меня есть группы детей, которые занимаются просто по их возрасту, но они планируют как группы здоровья, то есть они не планируют участвовать в соревнованиях, а занимаются для себя, для удовольствия, для настроения, получая какую-то хорошую физическую базу. А есть группы, которые именно уже работают на результаты и участвуют в соревнованиях. Вот те, кто участвует в соревнованиях, у нас есть родительские собрания, но это в основном по теме соревнований. Либо мы куда-то едем, либо мы приехали и делаем выводы, и вот такие моменты Ну, проще мы від обсуждаем, цього которые після были. змагань зробити якісь висновки, коли є закріплений Да, результат за якимось да, циклом да, тренувальним. да, да, да. И выводы по детям и какие-то моменты, которые были на соревнованиях, и там, возможно, мне были непонятны вот такого формата. А с детьми, которые группа здоровья, если вижу какие-то, может, конфликты в коллективе или какие-то такие моменты в плане физической подготовки или еще чего-то, то это индивидуально с родителями, как бы как родительское собрание не собирала еще такого, не практиковала. Ну и Поки таких не необходимости получается. я особо не вижу именно таких групповых сборов, можно так сказать. Ну, Индивидуально какой-то момент, да. просто если чуть-чуть как бы да, робить формат типа обучения Ну школи, да. то є смисл батькам розказати, що ми бачимо в глобальному смислі, як ми можемо виглядати через 5 років, наприклад, якщо діти будуть цим займатися. От, і ми можемо дати фундамент не тільки і професійної діяльності, але й якби чоловічої бази, да? Це вміння там дружити, вміння вести себе правильно, там, от, там самоорганізованість і тайм-менеджмент і так далі. Хороше От. І тренування. родителі по факту вже теж учаться цьому з маленькими дітьми. Тобто ти одною хоткою двох зайців стрелиш. Коротше, у нас тут Хороша дуже ідея, этот, да. бізнес-план пішов. Потом надо обязательно зазвониться. Да. Ну просто, типу, я ж, в мене ж больна ідея, понімаєш? В мене є бажання, щоб соціум був здоровим, адекватним. Щоб соціум був здоровим, адекватним, треба вміти розподіляти свій час, увагу і вкладати в якісь там знання нові, да? Не те, що ти вже привик, не те, що сказала сусідка. От, і вона авторитет є. От, а так, як должно бути, в принципі, по базі фізіології нашої, психології нашої, как бы, по чоловічеській базі, так сказати. От, тому що є общі требування, є твої лічні требування, є соціальні требування, да? Є как бы, якісь там норми в зв'язі з країною, в якій ти живеш. Тобто є часовий проміжок, в який ти проживаєш. І ти хочеш, не хочеш, как бы, ти.
чи стресу, туди він і провалюється. От, і ти по факту провалився в війну, наприклад, ну ти забув, що у тебе двоє дітей, наприклад, да? Чи ще щось. Коли там питання життя і смерті, ти такий не забудеш про це. А коли все хорошо, всі такі видихли, а що робити далі, ніхто не розуміє. І воно якось на самотек отак от іде. Тобто безконтрольно виходить. От, і є смисл, що как би, ми по факту повинні дружити всі друг з другом. І різні види спорту, і різні тренери, і как би, різна комунікація повинна бути вистроєна на фоні горизонту, що ми дивимося всі в одну сторону. Как би. Якщо ми народились, значить ми і помремо. Логічно? І логічно, що треба прожити це життя якось в дружбі, а не как би, питатися друг з другом чи друга. Да, виїхати. 100%. Бо ми так глобально ми проігруємо в такої поведінки. Ти травмований, психіка травмована, фізика травмована, і по факту ми що були на місці, ми на тому місці осталися. Как би, да, вже не 2005 рік, а 2025 скоро. От, как би, 15 років ми просрали і нічого не помінялося. Да? Ну, це соціальна проблема. От, і я как би, питаюсь через там. Свої якісь там бачення, да, і комунікацію з людьми, це все переформатовувати, хоча б на своєму рівні, да, там я один чоловік, да. Якщо я можу якось попливати, відповідно, вони люди просто про це не задумуються, вони живуть в своїх проблемах. Я в тих проблемах не живу, я думаю про друге, да. Тобто, і я як би можу попливати. По факту, ти тренер, ти одна людина, але серед твого оточення дуже багато людей. От, і якщо вони через тебе будуть це якось програвати, то їм буде простіше до цього відноситись, і вони будуть відчувати силу в цьому. От, що це Да. дійсно треба, що правильно це розвивати, а не просто типу, подумали і забули. От, а треба конкретні дії, які приведуть там, до якогось результату. Це як зарядка по утрам. Ти її робиш, все класно. Перестав робити, вже грустно ходиш. Все, вже не так весело, вже їда не так перевариться, тому що зарядки не було утром. І все, така маленький І нюанс, а да. він как бы да, грає. Я считаю, что тренера должны смотреть в одну сторону, это вот однозначно. Потому что, когда я начинала тренировать, вот, ну, не все хотят, знаешь, где-то направить, где-то, ну, может, посоветовать, где-то вот подсказать. А я за то, чтобы вот все были, вот мы все равно, мы растим как бы детей. Все, какие соревнования между нами? Дети покажут результат. Вот это они там на площадке соревнуются. А здесь мы с вами делаем одно дело хорошее. Мы растим детей, прививаем здоровый образ жизни. Все, точка. И давайте смотреть в эту сторону вместе. Если у вас есть такие знания, которыми вы можете поделиться где-то, где-то, возможно, посоветовать, то почему этого не сделать? Его. Да. Є така штука, да, яка, типу, як ігор встроєний програма в чоловіка, і ти как би должен избавиться от цього всього. Я понимаю, что этого мне прям очень не хватило в начале моей вот работы, тренерской карьеры. Вот это как наставника. Просто на тот момент там мои тренера, они выехали, то есть там они ушли уже, в принципе, с этой профессии. И уже своя жизнь, и не обратишься, и ты как бы и такой тык-мык, куда надо что-то сам искать, изучать, ну, мне никто не говорил, что тренер должен знать анатомию и биомеханику. От этого, а это Ну, тот я стержень. уверена, що в твоїх кругах є такі люди, наприклад, я. Просто момент, опять же, в комунікації. Бачиш, Да. типа, ми з тобою не общалися, но если бы мы как бы, або контактировали, або час від часу как бы, ну, обращались до друга, то у тебе було був би проводничок такий, да? Тобто, как бы, я ж теж не жлоб. Я завжди всім все безплатно продаю. Хорошо, От. Я вообще за то, что каждый труд Я оплачивается, я теж за за это. то, я завжди плачу, я говорю, мені безплатно не треба, я лише Конечно. деньгами. Да. Лише зразу как бы откуплюсь и все, без проблем. Но Вот. каждый труд, ну это обязательно, Ну поэтому просто я за фішка то, в чтобы... тому, що да, у нас уже сформоване коло оточення. Питання в тому, що я теж не завжди можу вовремя как бы, включитися і зобразити, що в мене є чоловік, через якого я можу упростити собі формат обучення. Тобто це як пломбу собі ставити. Ти ж сам не йдеш в ютубчику, купляєш, потім в інвентарі, сам собі клеїш. Ти йдеш зразу как бы, по запросу кудись. Специалісти, да. Да, питання в тому, що якщо ти ну, не боїшся цього і ти не стримаєш, і це не, ну, типа, не примітивна річ, да? Образування або комунікація з людьми, або якісь там профі, якими ти надихаєшся, яких ти бачиш, що
можна розвиватися з ними разом, не тільки в них учитися, а й в місті розвиватися. Тоді це зовсім інший, ну, как бы, формат общения. Вот. І це ж я ж кажу, що проблема чоловіка, що от тренер учень, це понятно, що ти учишся у тренера, тренер учиться в тебе. Тобто у вас є зав'язка. Батьки і діти, да? Діти учать батьків, батьки учать дітей. От. А коли це щось віддільне, наприклад, там, сімейні відносини, наприклад, ти как бы, тут ні в кого не поучишся, тому що всі самі сусами. Ну, тобто, как бы, кожного свої якісь проблеми, тебе немає, як це. І тобі самому треба це все вивчити. От. І поняти, як ти хочеш, наприклад. Да? І зазвичай ми беремо приклад батьків. А приклад батьків він вже заложений, його не треба брати приклад. Тобто, как бы, ти і так паттерном поведінки Інтересно. психічним будеш вже рефлексувати на цю історію. Да? От. А щоб поняти, як ти хочеш, тобі треба тільки своїми якимись діями і прийнятими рішеннями. Попробувати, пощупати, потрогати, пройти практику, і ти зробиш якийсь аналіз, як тобі хочеться. Вивод. От. Да, ну питання в тому, що оце ж не знають люди, як вони хочуть. Тобто ти точно знаєш, як ти не хочеш, але як знаєш, ти не, ще не почувствував. От. Тобто совсем теж так понятно. Коли от дитинку віддають в якийсь спорт, вони вміють це класно діяти, тому що вони вже тут. Це перше, що їх научили. Да? Тобто вони в цьому можуть купатися все життя. Але якщо їх кидати сьогодні, то завтра, то післязавтра, то через рік ми переїхали в другу країну, і там взагалі другий підхід. І ти везде пощупав, але ти навіть не ощутив как бы, того Вкуса. масштабу, який може бути. А він розкривається тільки через роки. От, коли ти проходиш якийсь довгий досвід, і ти розумієш, що воно тобі дійсно дало в житті. От, і саме цей професійний спорт він розкриває взагалі інше бачення. Тобто це як тренуватися і участвувати в змаганнях. Ти можеш все життя тренуватися і казати, що ти класний спортсмен. Но класний спортсмен покаже тільки результат, який ти там достиг на змаганнях серед таких самих спортсменів. От, і тоді ти в якоїсь категорії можеш себе определити, що ти дійсно класний спортсмен. Сделать А какой-то потім пройде вывод. рік, і ти будеш сумніватися в собі, чи дійсно ти класний спортсмен, треба ще раз поучаствувати. От, і ти кожен раз тобі повинен доказати, що ти дійсно класний спортсмен. От, тут вже бачиш Это масштаб воспитывает труди. хороший характер, это воспитывает сильный характер. Лідер, да, тут Да, как, да. да. И что касается коммуникации тренеров, когда ты мне предложила это интервью, я каждый день смотрела по одному интервью твоему на Ютубе. И уже на стольких тренеров поподписывалась, по бегу, что, то есть какая-то интерес к этому уже у них чего-то нового взять. Даже вот про касаемо бега. Вот у тебя много, да, было гостей, спортсменов, тренеров по бегу. Очень интересно, я поподписывалась и уже оттуда какую-то информацию, какие-то навыки беру для тренировок детей. Вот Класно, бачиш, это та от коммуникация, да. відкритий формат. Один Хоча це пример. пасивна комунікація, да? По факту, якби ти з нами не общаєшся, ну, ти нас слухаєш, тебе йде внутрішній діалог. Ти з нами говориш, і тебе как бы, внутрі возникають якісь моменти, які би Да, ти хотіла сказати або а ще что щось. бы я, да, или... Самообучення це виходить, да, об других людей. Да. И это вот сейчас, когда есть вот это время этих всех подкастов, интервью, для меня это прям вообще феноменально. Я каждый день что-то слушаю, какой-то подкаст на любую тему, касаемо здоровья, спорта, питания, сна, отношений, психологии, на любую. Вот это классно, когда это все несут в массы. Супер. Это Да. мой Чи формат пользуешься ти обучения. чи, цим чи ні, це ж, да, теж на тобі вопросі. Да. Мені цікаво. Як ти думаєш, масштабність тебе як тренера отримати досвід за кордоном, спілкуючись з твоїми колегами, просто з іноземними? Як би він повпливав на розвиток тебе як тренера і твоєї студії? Очень благоприятно. Это очень интересно, конечно, это огромный шаг, это огромный скачок. Я сейчас изучаю английский, как раз обучаясь терминологии спортивной аэробики. Мы переводим правила с моим репетитором, учим терминологию для того, чтобы в будущем сдавать все экзамены касаемо судейства и обучаться на уже более в широком масштабе. Вот сейчас я как раз над этим и работаю последний год.
И по этой причине я пошла на обучение английскому. Мы сразу начали у нас и книжки в оригинале спортивная терминология, вот больше в эту сторону направлена, чтобы была Это возможность конкретно то, создать чем ты дома. будешь заниматься Да, постоянно, по да, факту, да. да. И это очень, ну, мне это, сейчас мне это очень сильно облегчает жизнь, когда я общаюсь с другими, они не знают, что они хотят, а я знаю, что я хочу и что мне интересно. И когда там 25-27, а я не знаю, а я себя там пробую, я себя там пробую. Я думаю, спасибо большое, что я знаю, что мне интересно. И не прыгаю с одной работы на другую. Что я знаю, к чему лежит как бы душа, можно так сказать. Наприклад, їхати за досвідом, ти ж не оставиш студію, треба, щоб щось робилось в цей момент, поки ти Я будеш думаю, вчити. опыт вот этот получают, когда просто участвуют в соревнованиях, когда вот эта насмотренность на соревнования, насмотренность на подходы других тренеров, вот этот опыт У мене зараз така получается. картина всплила, але я тобі не скажу її. Із будущого, потім якось, якщо воно, ну, тобто, якщо в те русло піде, я тобі як би підкріплю цю всю історію. Вот этого, вот в этом плане обучения. И плюс, это сейчас онлайн-формат замечательно. Я английский онлайн изучаю, супер. У меня дети, кто за границу выехал, у меня онлайн тренируются. Это замечательный формат, когда можно обучать лекции. Если бы это было, я бы с удовольствием, с большим удовольствием, и не оставляя здесь спорт. Ну и плюс. Плюс вот участие, практика эти соревнования. Чем больше соревнований, тем больше опыта для тренера. Как по Украине, сейчас я для себя это открываю, как и надеюсь, что в будущем за границей. Давай візьмемо рівень нашої країни відносно інших країн. Тобто, на якому рейтинг, та умовний, де ми знаходимося? Я не могу такие выводы делать, потому что я тренирую маленьких детей. Я просто смотрю. Просто смотрю, наблюдаю, мне это интересно, но говорить о уровне, пока у меня, я считаю, нет такого уровня, такой компетенции, наверное. Ні, ну ти як на наблюдатель, та зі сторони, ти розумієш, що ти там Украина виконуєш не задачу? сдает вообще позиции. У нас девочка чемпионка мира стала в 2022 году. Украина показывает невероятно крутые результаты везде, они никуда не едут на чемпионат мира, Европы, везде привозят призовые места, победы. Когда началась война, они тренировались за границей, они готовились, стали чемпионами мира, но это, Украина вообще не сдает позиции. И за последние, я считаю, наоборот, за последние там 3-4 года, даже 5 лет, наверное, прям скакануло вверх. І це ще раз підтверджує те, що коли у нас жопа, тоді ми как бы в тонусі входимо і ми работоспособні. Сплоченнее. Да, Чем, коли мне у нас кажется, все становится хорошо, сплоченнее. ми булки розслаблені Да. і вже как бы все нормально. А це наша така обратна сторона нашої психології українців. Ми вміємо жити, Возможно. коли нас пресують, тоді ми, звісно, Тогда мы бомбимо. все вместе, а когда уже вы все вместе, когда вы все дружны, когда вы все одна семья, ну, тогда, извините, результат растет. Значит, это тоже безумно важный критерий. Вот, наверное, сейчас вот такой я сама себе инсайт открыла после твоих Потом слов. блокнот В такий, знаешь, записала эти конце в штуки. заметке быстро, а потом еще переслушаю и еще столько же пунктов. Да, классно. Це ж классно. Це вообще це Конечно. саме живе. Я до інтерв'ю готуюся, типу, так, що я там гостя собі якось там, у мене спливає людина в голові. Я така пару днів хожу, дозріваю, как би. От, і я по замовчуванню там веду діалог вже. Типу, я вивчаю людину, думаю про неї, і як би я з нею спілкувалася, про що би я говорила. Тобто, в мене немає такого, що я сіла там, написала по-сухому, да, я кажу, в мене все как би предвкушені, потім как би сам прийом, а потім как би я ще потім аналізую, як це все как би класно, не класно. В основному все класно, тому що я максимально на позитиві. Говорю, нам треба розширятися, нам не треба сужатися, треба з позитивчиком до всього. От. І виходить, що такі да, інтерв'ю, да, як я записую, вони дають поштовх для більш широкої маси. От. І виходить, що і за рахунок того, що це різні професії, різні діяльності і різні і різного рівня спортсмени там,
От, вони якби все про одне. О, тому що ми всі живі люди, і де б ти не був, ти все одно теж наставатися якби чоловіком. От, якщо ти чоловік, то ти на цій почві можеш благоприятно собі все остальне формувати. Сто От, а процентов. якщо, да, якщо ти чоловік гнилий, то якби тобі куди не клюнь, ти везде, якби тобі не то і не так буде. Через От, уваження, тому... через любов, вот через вот эти чувства, через добро. Только с добром. Вот только тогда и тебе, я считаю, бумерангом. Я верю в это. Так, ти ще будеш у США, да? Правильно числишся? Да. От. Да. После того, Можеш как розказати, получила. як у тебе, да, як у тебе комунікація там вибудована, як це взагалі працює? Детско-юношеская спортивная школа номер 10. Есть отделение УШУ, отделение спортивной аэробики и отделение черлидинга новое открылось. Я писала диплом. У меня мой руководитель был замдекана, и она предложила меня как тренера директору ДЮСШ. Вот. И там уже числилась тренер, у которой я тренировалась, два тренера, и мы сейчас вместе в отделении, нас трое там. Я и два моих тренера. Класс. И теперь мы на соревнования ездим как тренера, а не как спортсменка и тренер. Для меня это было вот буквально месяц назад первые такие соревнования. Ну, я аж прям так переживала, как мы поедем. Чем Ну, было? потому что все равно у меня отношение к ним осталось как к тренерам, а тут я уже как... Для меня это был огромный опыт, когда все это... Когда ты с ними, когда ты слушаешь их выводы, когда ты слушаешь их замечания. Для меня это прям была поездка, когда ты видишь, как они общаются со своими спортсменами и выстраивают эти границы. Это огромный для меня был скачок. Это очень интересно. И я им безумно благодарна за то, что они делятся своим опытом и помогают мне уже в дальнейшем. Как вот наставник, которого мне не хватало. Вот сейчас, благодаря тому, что я пошла в ДЮСШ, я этих наставников, для себя открыла. Класно. Ну, хочеться, да, щоб ти ще не тільки з професійної діяльності наставників себе брала. От, ну і проміжуточні, да? Це освіту, яку ти отримуєш вне своєї специфіки діяльності. Касаемо Про чого? реабілітологи, про психологи, там теж має А, бути якийсь приклад, конечно. з якого ти будеш, ну, вдохновлятися і черпати енергію. Я поняла. Такие примеры, они есть, но я, к сожалению, с ними не лично знакома. Знаешь, это когда ты просто слушаешь людей, которых вот тебе, ты согласен с их позицией, с их мнением, но наставника, с которым можно было бы вот так вот поговорить в сфере психологии, допустим, пока у меня нет. Хотя в сфере реабилитации я благодарна очень докторам, которые мне делали операцию, и вот с ними я в контакте хорошем, и ортопед детский тоже я с ней нашла хороший контакт, и к ней могу обратиться за каким-то вопросом, и она мне не откажет в совете. Вот мы тоже с ней хорошо как проконтактировали. Ну, класно. Давай Поэтому как-то так. закріпимо побажанням не до дітей, напевно, до батьків, що діти. Що діти будуть слухати, що скажуть батьки. От, давай, напевно, ти побажаєш щось батькам, які хочуть привести своїх діток у цей вид спорту, да? Щоб вони з приємним яким предвкушенням, да, йшли до цього спорту, і вони не втрачали надію в момент, коли, ну, трындець вокруг. От, і от я кажу, що у нас ми зарядку, наприклад, проводимо. Дощ, град, льод, сніг, тренер жде. Говорю, нічого не знаю. Там обстріли, говорю, це там обстріли. Говорю, у нас тут якби нормально. Тобто тренер це чоловік, який завжди готов допомогти і протягнути руку допомоги. Навіть якщо ти не в спорті. От, якщо ви знайомі, якщо ви пройшли якийсь важкий досвід, то це твій помічник. От, і тренери завжди відкриті до своїх спортсменів. От, і тут важний момент, щоб правильно налаштувати батьків до цієї позиції. Бо обично привели, типу, далі займайтеся. От. Далі робота на делегування на тренера. Як розслабити, да, родителі, щоб вони без лишнього напряга от, казали, займайтеся, і ми завжди вас будемо підтримувати. Що, типу, в цьому буді спорту він пріоритетний, він класний, саме через отакі от фактори. Ага,
этот спорт в приоритете через такие факты. Я считаю, что я могу пожелать родителям быть на одной волне с их детьми, не терять вот этот заряд, это настроение, эту легкость. Если вы будете на волне со своими детьми, если вы будете не говорите, знаешь, как сейчас вот мне очень нравится теория, когда говорят, что нужно воспитывать не детей, а себя. Вот это мне очень нравится, позиция людей. И вот воспитывайте себя, будьте примером, делайте зарядку вместе, и тогда будет делать ее ребенок. Питайтесь в правильном месте. Не говорите, делай так, а сами делайте по-другому. Вот быть на одной волне с ребенком и всегда его поддерживать. Вот это вот я могу пожелать родителям. Ага, і в нас ще принципи, чим виділяється цей вид спорту серед інших, чим Выделяется він этот вид кращий, да. спорта? Тем, что развивает полностью ребенка всесторонне развивает. То есть это и общая физическая подготовка, и гибкость, и координация, и выносливость, и сила. Максимально комплексный вид спорта. Ну и плюс ко всему это красиво. Я считаю, что это красиво. Это красивый костюм, это красивое выступление. И сейчас по правилам это выступление, это должно быть целый театр, это шоу, это как бы история, которую ребенок демонстрирует на площадке. Это про красоту, это про динамичность, это про силу, это про энергию, это про целеустремленность, мотивацию и лидерство. Мне кажется, это очень хорошие черты характера, которые воспитывает спортивная аэробика. Ну и плюс ко всему это здоровье. Чувствование пространства, музыки. Ощущение, Так. да, пространства, Да. музыки, да, ритмичность, ритмика. Клас. Да, Мені кажется, музыкальность. шикарно получилось. Спасибо тебе большое. Это сто Все, ми процентов. бажаємо вам успіху, розширення, масштабування, от, тобі натхнення, щоб в тебе все вийшло. От, ну і не зсікаємо енергії, тому що це ж якби істочник всього остального. От, хай все виходить, попри важкі часи, от, хай англійська дається легко. Отак. Дуже дякую тобі за запрошення. Мені дуже Те, приємно. всім, да, ми на ютубчик залім потім, можна буде подивитися згодом. Думаю, батькам буде цікаво подивитися, хто тренує їх дітей. Все, гарного Дякую. дня і до Тобі також. зустрічі. Да. Пока. Пока-пока.